Привет, народ! В этой серии... Бля, у меня очко порвано. В этой серии мы будем делать кастомный подстаканник в нашу дрифтовую Жигу. Изначально в Жиге 86 года, насколько мне известно, подстаканников не было. Ну, как бы, не считая торпеды. Тут уже кулиса на месте стоит, ручник. И нужно вот в это маленькое пространство сделать обалденный подстаканник. Допустим, вот у нас есть стакан из русского аппетита. Чтобы у нас так вот, как бы, ну, минимум два стаканчика вставали. Для этого взял сок тормозной трубки и согнул примерно лекало подстаканника. Вот, естественно, идем, берем наш, как там я говорил в серии, когда мы гнули башбар на Форда. С мега-супер-турбогиб. Поэтому берем его, берем наше лекало, которое у нас упало. Берем трубу, вставляем. Оп. Сейчас мне по помощи понадобится моего немножко тупанутого ассистента. Тёмыч, иди сюда. Вот. Фишка дальше в чем? Берем просто примерное расстояние, да, вот мы сейчас вот это вот отмеряем на трубе, там делаем черточку и начинаем сгибать, чтобы у нас примерно вот такая же вот загиб получился. Думаю, получится прикольно, здорово, погнали. Drop it dope on a low. The way it move, gotta go. I'm in the stove, out of both. We won't smoke, just let me know. Sell it dope on a low. Pocket swole, on its own. Так, ну что, народ, получился вот такой вот подстаканник. Правда, он немножко упал. Вот, нужно будет его потом заново немножко подкрасить. Ну а сейчас давайте его все-таки установим, посмотрим, как он вообще стоит на месте, смотрится и держит ли он стакан. Так, ну что ж, подстаканник будет стоять, в принципе, вот так вот на своем месте. Давайте, наверное, поправлю немножко. Вот, как бы, все, я на своем положении. То есть, вот у нас все тут гидрач, все дела. И, в принципе, сама суть стаканчика. Оп, один и оп, другой. Знаете, в принципе, вполне удобно. Поэтому, блин, кастом шмайзер.
Вот, так что уже в следующей серии он будет уже приварен на своем месте. И надеюсь, уже в следующей серии я закончу свой башбар, потому что у меня проблемы с радиатором. От Chevy Niva он не подходит, он упирается у меня в определенные места. Все узнаете, в общем, в следующей серии. Также уже газулька у нас тоже на месте, остался только башбар и, в принципе, уже проводка. И можно будет тачку запускать. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, кому понравился данный подстаканник. Кому не понравилось, сразу ставьте дизлайк. Пишите комментарии, буду этому рад. Пока-пока.